Здравствуйте! Май – это месяц распространения информации о муковисцидозе. Муковисцидоз или кистозный фиброз – это орфанное заболевание, поражающее в первую очередь легкие и пищеварительную систему. Это заболевание имеет генетические причины. Оно вызвано мутацией в гене CFTR – это ген регулятора трансмембранной проводимости, с цитогенетической локализацией 7Q312 и имеет аутосомно-рецессивный тип наследования. Частота встречаемости этого заболевания сильно отличается в разных этнических группах. В белой популяции частота 1 на 3-4 тысячи живорожденных младенцев, и у белых людей муковисцидоз является самой распространенной генетической патологией, приводящей к преждевременной смерти, в то время как у людей африканского происхождения частота встречаемости этого заболевания 1 на 15-20 тысяч. Более того, примерно 1 из 40 белых людей является носителем самой распространенной мутации, вызывающей муковисцидоз, F508del. Секвенирование генома останков древних людей позволило обнаружить общего предка, носителя этой мутации, проживавшего на юго-западе Европы более 4500 лет назад. Причина, по которой эта патогенная мутация не только закрепилась в популяции, но и получила такое распространение, до сих пор остается загадкой. Но вернемся к генетике. Ген CFTR кодирует ионный канал, необходимый для транспорта хлорид ионов из клетки во внеклеточное пространство. В этом гене описано множество различных мутаций, приводящих как к развитию муковисцидоза с разной степенью проявления, так и других патологий, например, наследственному панкреатиту или врожденному двухстороннему отсутствию семявыносящих протоков. Всего выделено 5 классов мутаций в гене CFTR, вызывающих муковисцидоз. Первый класс — это мутации, нарушающие синтез белка CFTR. К этому классу относятся нонсенс-мутации, то есть те, которые вызывают раннее прекращение трансляции. Вместо кодирующего триплета получается стоп-кодон. Это приводит к укорочению полипептидной цепи и нарушению создания функционального белка. Также в этот класс входят мутации сайта сплайсинга, то есть те, которые нарушают процесс посттранскрипционной обработки РНК, процессинг, а именно сплайсинг интронов. Значит, при процессинге будут удалены части экзонов или, наоборот, сохранены части интронов, что также приведет к появлению нефункционального белка. Второй класс — это мутации, приводящие к нарушению посттрансляционных модификаций белка. Мутации, входящие в этот класс, приводят к тому, что полипептидная цепь, которая уже получилась, не может принять правильную конформацию на третичном уровне организации, что препятствует нормальному функционированию CFTR. Самая распространенная мутация, являющаяся причиной муковисцидоза, это мутация F508del, принадлежит именно к этому классу. Мутация F508del приводит к потере одного нуклеотида и препятствует правильной укладке белка. Комбинация препаратов Lumacaftor и Ivacaftor позволяет белку принимать форму, максимально близкую к правильной и, как следствие, хотя бы частично выполнять транспортную функцию. Третий тип мутаций — это мутации, нарушающие работу ворот ионного канала. Как я уже говорила, белок CFTR — это ионный канал. У канала есть ворота, которые должны открываться, чтобы впустить хлорид ионы. Все остальное время ворота закрыты. Мутации, входящие в этот класс, блокируют ворота канала в закрытом положении, не позволяя хлорид ионам выходить из клетки. Препарат Ivacaftor открывает ворота канала, позволяя осуществить транспортную функцию. Четвертый класс — это мутации, нарушающие проводимость ионного канала. В результате этих мутаций просвет канала сужается или изменяет форму, что препятствует прохождению через него хлорид ионов. Пятый и последний класс — это мутации, приводящие к нехватке каналов на клеточной мембране. В этот класс входят миссенс-мутации и мутации сайтосплайсинга, приводящие к недостаточной экспрессии гена CFTR и нарушающие транспортную функцию каналов на самой мембране, а также ускорению деградации каналов. Для 5 мутаций сайтосплайсинга, входящих в этот класс, официально рекомендуется использовать препарат Ivacaftor. Он заставляет ворота имеющихся каналов дольше оставаться открытыми, что частично компенсирует их нехватку, позволяя большему количеству хлорид ионов покинуть клетку именно через эти каналы. Препараты, усиливающие экспрессию гена CFTR, сейчас находятся в разработке. То, насколько отличается механизм развития заболевания в результате разных мутаций в одном и том же гене, лишний раз доказывает необходимость генетического тестирования, причем не только для подтверждения диагноза, но и для определения конкретного класса мутации. Без этого невозможно корректно подобрать терапию и спрогнозировать течение заболевания. Основные симптомы муковисцидоза можно разделить на 2 группы. Это респираторные симптомы и нарушение функции желудочно-кишечного тракта в соответствии с 2 наиболее затронутыми системами органов. Итак, дыхательная система. При муковисцидозе слизь, секретируемая легочным эпителием для смазки альвеол, становится очень густой, препятствуя активному газообмену. Кроме того, густая слизь — это рай для бактерий, которые живут в ней в огромном количестве и многообразии, потихоньку разрушая легочную ткань. Поэтому в первую очередь это кашель, одышка, хронический синусит, хронический воспалительный процесс в легких и пневмонии. Причем интересный факт. Штаммы и комбинации бактерий в легких людей с муковисцидозом индивидуальные. Это, так сказать, коллекции, которые они собирают в течение всей своей жизни.
Бактерии размножаются, конкурируют друг с другом, создают свой маленький мир, с которым человек, ну, в первую очередь его иммунная система, постепенно учится сосуществовать. Появление в этом маленьком мире бактерий из легких другого человека с муковисцидозом может закончиться очень плохо, сильным обострением пневмонии или даже летальным исходом. По этой причине людям с муковисцидозом не рекомендуется близко общаться, подходить друг к другу ближе, чем на 1,5 метра, касаться друг друга без перчаток, дышать в одном помещении без медицинских масок. Немного иронично, что людям, которые лучше всего понимают друг друга и способны поддержать друг друга лучше, чем кто-либо другой, официально не рекомендуется протягивать друг другу руку помощи или подставлять плечо. Эта особенность жизни пациентов с муковисцидозом была основным двигателем сюжета, вышедшем в 2019 году в фильме «В метре друг от друга» по одноименному роману Рэйчел Липпинкотт. Что же касается пищеварительной системы, снова слизь. В этот раз в первую очередь в поджелудочной. Она закупоривает протоки этой железы, не позволяя пищеварительным ферментам попадать в полость желудочно-кишечного тракта. Из-за этого людям с муковисцидозом очень трудно набирать вес. Также довольно часто, особенно у детей, встречается обструкция кишечника. Помимо этого, как мы помним, в слизи радостно живут бактерии, а значит, в поджелудочной появляются хронические воспалительные процессы, еще сильнее затрудняющие пищеварение. А еще у многих людей с муковисцидозом развивается диабет. Это примерно у 20% подростков и до 50% взрослых. Из симптомов, не входящих в эти две группы, это бесплодие у мужчин из-за частичного или полного отсутствия семявыносящих протоков, вас deferens, остеопороз из-за авитаминоза из-за проблем с пищеварением, а также соленый пот из-за нарушения транспорта хлорид ионов. Итак, как это лечится? Муковисцидоз, как и все генетические заболевания, на данный момент неизлечим, но правильно подобранная, постоянная и комплексная терапия может значительно улучшить качество и увеличить продолжительность жизни. В случае этого заболевания особенно важно максимально рано начать терапию. К счастью, почти всем людям с муковисцидозом ставят диагноз вскоре после рождения. В России это заболевание входит в список тех, на которые тестируют в рамках обязательного неонатального скрининга. К слову, таких заболеваний всего 5. Это муковисцидоз, адреногенитальный синдром, галактозамия, врожденный гипотиреоз и фенилкетонурия. Люди с муковисцидозом принимают огромное количество препаратов. Это специально разработанные модуляторы, корректирующие работу мутантного белка, ферменты для улучшения пищеварения, стероиды, а также антибиотики для контроля воспаления. Причем антибиотики принимаются постоянно в разных комбинациях и довольно больших дозировках, ведь бактерии постепенно формируют к ним резистентность. Постоянный доступ к антибиотикам крайне важен. Последние несколько лет люди с муковисцидозом в России сталкиваются с ограничением доступа к антибиотикам. Ситуация вышла из-под контроля в конце 2019-го, начале 2020 года, когда западные антибиотики, не имеющие эффективных аналогов, повально исчезли с российского рынка. Смерть 10 человек в течение буквально пары месяцев вызвала бурный общественный резонанс. Люди вышли на улицы, в социальных сетях по инициативе известного блогера-активистки с муковисцидозом Таисии Шеремет запустили флешмоб «Дайте мне дышать», призванный привлечь внимание к проблеме поставки препаратов. Весной 2020-го поставку антибиотиков возобновили. Также для терапии муковисцидоза используют устройство для облегчения выведения мокроты при помощи вибрации или давления воздуха, для облегчения набора веса ставят гастростомы и назогастральные зонды, сажают на высококалорийную диету. Это более 4000 калорий в день. Также многим требуются кислородные концентраторы и баллоны с кислородом, чтобы поддержать уровень кислорода в крови в рамках нормы при значительных нарушениях функции легких. Из-за прогрессирующей потери функции легких многим пациентам с муковисцидозом в течение их жизни потребуется пересадка. Полное излечение от муковисцидоза может осуществиться только благодаря генетическому редактированию. Создать генную терапию для муковисцидоза пытается множество ученых по всему миру, еще начиная с момента открытия гена в 1989 году. Однако до недавнего времени результаты оставляли желать лучшего. Но сейчас частная компания 4D Molecular Therapeutics в Калифорнии, США, находится на преклиническом этапе испытаний разработанного ими препарата, доставляющего правильную последовательность гена CFTR в клетке легких при помощи аденоассоциированного вирусного вектора. Начало клинических испытаний ожидается уже в этом, 2021 году. Это особенно актуально для пациентов с мутациями, приводящими к подавлению экспрессии гена, так как ныне существующие модуляторы для них неэффективны. Грубо говоря, бессмысленно пытаться чинить белок, которого просто нет. При постоянном медицинском сопровождении люди с муковисцидозом могут вести продуктивную жизнь, доживая до 30 с небольшим, а иногда и до 40 с небольшим лет. Доступ к препаратам и медицинскому оборудованию – определяющий фактор в их судьбе. Говорить о муковисцидозе нельзя без упоминания Клэр Вайнленд, активистки, автора книги и общественного деятеля, внесшей неоценимый вклад в жизнь людей с муковисцидозом.
Она родилась в 1997 году в Техасе. Диагноз ей поставили вскоре после рождения. В 13 лет она впервые впала в кому из-за практически полного отказа легких. Вскоре после чего основала фонд Claire's Place Foundation, работа которого была направлена на оказание финансовой, организационной и психологической помощи людям с муковисцидозом и их близким. В рамках этого фонда существует грант The Extended Hospital Stay Grant, предназначенный для детей, госпитализированных из-за муковисцидоза в течение не менее 14 дней и используемый для оплаты лечения и жизнеобеспечения. Помимо этого, она занималась общественной работой, вела блоги на разных платформах, выступала на конференциях, снималась в документальных фильмах. Ее общественная работа повлияла на жизни множества людей, не только с муковисцидозом, но и с другими хроническими и смертельными заболеваниями, да и просто обычных людей. Она воспитала целое поколение. Тем временем здоровье Клэр стремительно ухудшалось. В 2018 году ей потребовалась пересадка легких. Операция была проведена 26 августа 2018 года. Вскоре после операции Клэр перенесла массивный инсульт. 2 сентября 2018 года Клэр умерла в больнице. Ей был 21 год. Ее фонд продолжает помогать людям с муковисцидозом. Муковисцидоз — это редкое генетическое заболевание, но в сравнении с другими оно не такое уж редкое. Информация о нем есть в открытом доступе. По всему миру существуют фонды, оказывающие помощь людям с этим диагнозом, в том числе финансируя исследования. Активно ведутся разработки новых препаратов, как модуляторов, так и генной терапии. То есть большой путь уже пройден, хотя всегда есть куда стремиться. Но не все люди с муковисцидозом получают квалифицированную помощь. Не везде в мире можно получить лекарственные препараты и необходимое оборудование. То, насколько долго и продуктивно проживет человек с муковисцидозом, напрямую зависит от того, где и в какой семье он родился. На примере муковисцидоза мы видим одну из основных проблем, с которыми сталкиваются все люди с редкими заболеваниями. Проблема получения лечения. Если препараты и существуют, то они часто не одобрены на родине пациента, не покрываются страховкой, не выдаются без заключения врачебной комиссии или просто стоят больше годового заработка всей семьи пациента. Поэтому, читая новости о появлении того или иного препарата для лечения редкого заболевания, важно помнить, что многие пациенты получат его очень нескоро, а некоторые — никогда. Это значит, что обеспечение доступа к необходимым препаратам всех пациентов, вне зависимости от их происхождения, их финансовых и организационных возможностей, это то условие, без которого считать то или иное заболевание излечимым или хотя бы поддающимся лечению просто нельзя. Спасибо.